наша в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3D-принтерах, ДМах, и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, фрезеровочные станки, в основном, естественно, такие, больше для макетирования и прототипирования. Вот, то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо... Заготовка, ну, это для офтальмологии. И вот на этот костыль сажают, да, по вот сути, протез. Вот этот протез. Да, обеспечивается там три элемента у них. Во-первых, это глазной яблок теряется, процент мягких тканей, который теряется значительным. Поэтому происходит деформация области глазного яблока. Нам необходимо восстановить по объему эти ткани утерянные. Плюс мы восстанавливаем двигательную функцию, так как вот в этот элемент импланта прошиваются 4 мышцы двигательные. Соответственно, у нас глаз, который замещается, он у нас становится подвижным. И третья функция – это эстетическая, которую мы решаем. Патент сейчас оформляется уже. Приоритетную заявку мы получили. Здесь мы ее скопируем. Вот набор справок элементов, с которым сразу можно работать. Потому что фотография – это пускостное изображение в любом случае. По фотографии мы ничего не можем сделать. Ничего. Хорошо. Не если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такое же исследование СМРТ, которое мягкие ткани отображает. Почему вам в этой цифре не дать нам? Там есть мягкие ткани, мы работаем с образом 3D. Будет ли так видно их хорошо? Наверное, это объем. Будет ли вот так он регистрироваться? Вопрос. Надо попробовать можно. Мы просто когда работали с МРТшкой, мягкие ткани видны.